Сцена Кривичского дома культуры стала местом для проведения праздничной постановки. Еще одну рождественскую историю рассказали дети. В небе звезда засияла, тайны небес рассказала, и мудрецы к яслям пришли, Богу дары принесли. Выступление получилось богатым на песенные композиции. В приглушенном свете сцены к месту оказалось все. И традиционные декорации, символизирующие ясли, и вифлеемская звезда, и костюмированные образы выступающих. Посмотреть выступление пришли жители деревни, а также специальные гости. Аншлаг в зале свидетельствовал о том, насколько праздник пришелся по вкусу каждому. Особенным гостем стал епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Священнослужитель поблагодарил организаторов мероприятия и всех артистов за душевный концерт, а также выразил пожелание, чтобы и в будущем такие мероприятия собирали как можно больше людей. Мы услышали замечательное выступление наших детей и... Весь этот праздник называется «Колядное торжество», потому что в дни рождественских праздников имеется такая традиция в Беларуси, когда мы ходим друг к другу в гости, поздравляем с Рождеством Христовым, говорим добрые слова. И вот сегодня дети, помня об этой традиции, подготовили удивительное выступление в замечательных костюмах, исполнили рождественские песнопения, рассказали нам о празднике Рождества, о том, как празднуют его у нас на нашей родной белорусской земле, и произвели полный фурор. Все были счастливы их видеть такими веселыми, задорными, такими творческими. Поэтому мы благодарим наших деток за сегодняшнее выступление, педагогов, конечно, которые готовили этот концерт.